Дорогие ребята, в летний период птицы проходят довольно сложное время. В это время у них происходит смена пера. Это называется линькой. В данный момент, если птицы вы содержите в неволе, нужно обязательно, кроме зерносмеси и другого корма, добавлять различные растительные корма, которые можно собрать на пустыре, на различных грядках, где выращивают, допустим, бабушки ваши вот овощи. Вот это, значит, можно одуванчик молочной спелости, семена. Это лебеда, это птичья гречиха. Также одуванчик подойдет хорошо и крапива подойдет. То есть можете собрать вот букетик небольшой и каждый день букетик этот в клеточку кладете. Птицы найдут нужные им лакомые, значит, листочки, семена молочной спелости. И таким образом у птиц хорошо, значит, произойдет смена пера и, возможно, даже сохранится окраска, оперение. Вот. Если этого не происходит, птицы могут погибнуть от недостатка витаминов. Либо у них будет оперение очень тусклое после смены пера. Спасибо за внимание.